Итак, всем привет, с вами Кира, и сегодня я вам расскажу, как сделать ноутбук, для разных кукол. Так, давайте начнем. Сейчас я, секундочку, я опущу камеру. Итак, нам понадобится для изготовления цветной картон, у меня вот такой, любой цветной картон, вот, любого цвета, потом любая линейка, главное, чтобы она была длинная линейка, обычная, и ручка, так, берем сначала. Ой, и нам еще понадобятся ножницы. Я забыла. Нам еще понадобятся вот такие ножнички. Я просто про них забыла, думала, что резать не надо, но оказывается надо. Я забыла просто. Так, для начала мы берем картон и выбираем цвет. Любой цвет. У меня будет это... Сейчас я выберу... У меня будет черный. Я возьму черный, так как черный лучше. Давайте мы будем на него выпить. Вот. Я взяла черный цвет. Черный. Вот. Теперь вырезаем какую-нибудь небольшую полосочку, буквально 6 сантиметров. Я отмечу 6 сантиметров. Вот нам ручку. И отмечаю 6 или с половинкой 7 сантиметров. Вот отмечаю. И режу с шириной 2 сантиметра, что ли. Вот так вот. Так, 2 сантиметра. Так, вырезаем. Только вы вырезаете ровное, у меня получилось неровное. Я сейчас подровняю под линеечку, чтобы она была ровная. Так. Не нужно, я сейчас отрежу. Вот. Вот сейчас проведу. И ненужное теперь нужно обрезать. То, что у вас получилось неровно. И вам это нужно ненужное обрезать. Вот. У вас получается вот такая ровная полоса. Вот такая. Вот. Теперь вы эту полосу... Теперь вы эту полосу должны согнуть. Ровно. Ровно согнуть. И если вы видите, что у вас увидят, такие края будут... то вам придется их отрезать. Вот я их сейчас отрежу. Вот. Вот. И теперь у меня получается как такая большая книжка. Но это не книжка, потому что она очень большая. И нам нужно отрезать, сколько вам хочется. Какого вы хотите, чтобы у вас был ноутбук.
Я сейчас посмотрю, буду смотреть. Так, все, я выбрала уже, отрезала. У меня вот такой. Теперь вот здесь вот открывается, и ноутбук только с этой стороны уже сделать поменьше. Вот. Сейчас, секундочку. Вот ноутбук. Вот такой, когда вы открываете, ну, ноутбук. Вот. Вот так вот. Получается такой ноутбук. Так, теперь. Вот. А вот вы раскрываете. И вот эта вот сторона, вот с вот этой вот стороны, нижняя. Берете линейку и ручку, вот, линейку и ручку, и чертите, она у меня очень длинная, чертите такие, ну, полосочки, чтобы у вас получилось в клеточку, клеточка, вот, я сейчас ускорю, вот, и прочерчу, встретимся. Итак, я прочертила. Мне тут немножечко не получилось, но я не, ну, пошла дальше все равно. Вот. Я прочертила. И теперь нам нужен простой карандашик. Вот. Чтобы... Сейчас возьму. Вот. Простой карандаш, чтобы раскрасить вот эти вот квадратики, которые вот здесь внутри. Я сейчас раскрашу. Ну все, я раскрасила карандашом. Ну там почти не видно. Ну видно карандашом раскрашенным. Простым. Теперь давайте к рисунку приступим. Рисунок тоже рисовать нам. Я возьму вот такие фломастеры. Вот, и буду рисовать. И ну что ж, я ускорю. Ну что ж, я нарисовала рисунок. Он довольно получился простенький. Просто обычное сердечко с шрамом. Все знают, что это любит Фрэнки. Это означает, что Фрэнки. Я делаю для Фрэнки. И теперь нам нужно сделать рамочку. Для этого нужно взять черный фломастер и вот тут вот ввести. Это несложно. Вот я уже обвела, сделала рамочку и сделала вот такую специальную для ноутбука, чтобы водить пальчиком. Вот, и такая рамочка. И здесь тоже. Вот. И теперь куколка может... Ваша куколка может играть. Ну, может с планшетом играть. Вот. Ну, вот, например. Ух ты, класс! Новый ноут! Новый ноутбук! Ура! Ой, упал. И спасибо за просмотр. Всем пока-пока.